матч между футбольными клубами «Родина М» и «Урал-2». Представители второй лиги российского футбола работают вовсю здесь, в Турции. И с датчанами сыграли результативнейшую ничью. Матч завершился со счетом 4-4. Ну а мы смотрим за тем, как «Урал» возобновляет свою атаку вводом мяча из-за боковой. Два потенциальных исполнителя этого стандартного мяча. Один человек в стенке. И пошла подача вот сюда на линию вратарской. Здесь борьба вверху. Важно забрать подбор. И пошла подача. Так, вот здесь уже можно бить. В итоге прострел получается. Ничего себе, какой момент. Передача между линиями прошла. Дальше на фланг, обратно. И вот здесь уже можно бить. Классный подкат Бекетова. Атака продолжается. Некрасов поднимается в эту атаку по флангу. Здесь неудачный прием, но отскок играет за Урал. Какие предложения в штрафной. Матвей Киселев полетел на пятой передаче в чужую штрафную. Пробил с правой. И вот уже атака екатеринбуржцев. И вот такая передача. Неплохо. Второе, третье, четвертое касание. И удар все-таки последовал. Здесь Азиз Гасиев. Азиз смещается в центр. И можно вторым касанием бить. Решил наградить партнера передачи. Сам же капитан подает на ближнюю. Бурков. Агаев. Чуть движение бы прибавить. Антонов в ближний угол. Неплохо. В левый полуфланг пошла передача. Дальше в лицевую. Галаджан в ближний угол. Кайков. Внешний. Сложная передача. Но все-таки здесь удалось мяч сохранить. И снова Чебыкин. Дружина подхватывает мяч. Под правую сработал. На Галаджана в адрес. Артем штрафной. Под левую. И передача. И удар. И здесь не попадает Данила Арсентьев. Ой, красную карточку. А что случилось? Красную карточку получает Алан Агаев. Свисток арбитра, с чем он связан, сейчас узнаем. Ой, красную карточку. А что случилось? Красную карточку получает Алан Агаев. А интересно, на каком языке выразился Алан Агаев, что арбитр понял его, затем маякнул главному. Ну и хорошо. Мы с вами от этого только выиграем. Так, вот здесь опасный момент может быть. Удар. Небольшую паузу Азиз Газиев берет. Пошла подача. Хорошая. Правда, здесь без удара. Второму сопернику поставил корпус. Забросил в зону. Подрывок Михаилу Агееву. И Кайков забирает мяч за пределами штрафной площади. Получает желтую карточку. Галанину мяча, удар, и попадает вот это массированное заграждение. Последние минуты как агрессивно, да? Урал встречает соперника на его половине. И все это заканчивается вот такой атакой. Штрафной площади соперника эти екатеринбуржцы. Передача во второй темп и удар в касание. Газиев здорово поставил ногу, перевел налево. Пичугин оказался в изоляции один в один и пробил. А это Маковский. Вот на Абдулаева как раз-таки передача. Абдулаев под правую. Вторым касанием моментально. Козырев. Так, неплохо. Падение. Что арбитр? Что арбитр? Желтая. Вторая желтая. Второе удаление молодежки Родины сегодня на 76-й минуте, даже на 76-й. Сразу же на 11 метров. Агеев. Ой-о-о, Агеев против него. Агеев сам заработал, сам же и загубил. Чисто. Ух ты. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, а вот сейчас может и до драки дойти, спокойно вообще может дойти до драки. Еще одну красную карточку арбитр показывает игроку Родины. Ну, сколько можно? А и тоже красную игроку Урала. Левым флангом атакуют москвичи, и арбитр дает финальный свисток. 0-0 после
90 минут этой встречи.